скажу, что не особо. Жеребко! Ничего себе проход, да. Грегора Хермита просто оставил где-то там. Посмотрел так. Свободный средний Букер разменял вот на такую трешку и тоже свободную от Йонаса Жеребко. Причем пас этот Букер делал не глядя, чтобы... Но Кин, он просчитывает, понимает, что не просто так стоит на нем в защите этот игрок Жеребко. Соперника здесь растолкают даже в одну. Одна передача, свободная треха Жеребко. Дает своей команде опять плюс 10. Против него теперь он уже на кольцо не смотрит. Но есть Жеребко, который уверенно атакует, уверенно. Прицелится, какая-то неуверенность, она чувствуется все. Жеребко, вот у кого уверенности, хоть отбавляй. Две подряд бомбы засылает, 19. Йонас там раздает налево-направо свои револьверы. У него все пока. Решил протестировать, насколько у него горячая рука. Классно спасает для команды подбор в атаке. Еще два, Йонас уже 21 за 14 минут сегодня. Сложный подбор, еще один Букер. Очень долгая атака в исполнении Химок. Йонас с 8 грузит 3. Бухум! Супер долгая атака. 5 очков или нет, в честь своего юбилея. Мы видим, как быстро стали обмениваться атаками и попаданиями обе команды. Но только то в таких матчах устанавливаются рекорды по результативности. Химки хотят набрать 100. Тайцев нет. Отдыхает пока Егор Вяльцев на дуге. И Жеребко разбирается, как бы говорит, что друзья. Угол. Карасев. Жеребко. Йонас. И еще два. Йонас Жеребко. 30 очков. Его самый результативный матч в его клубной карьере.